Коррупция – бич современного общества. Россия входит в пятерку стран, где злоупотребление служебным положением практикуется наиболее активно. Однако граждане делают все возможное, чтобы побороть это явление. К примеру, студенты высших учебных заведений проводят мероприятия по профилактике коррупции. Так, накануне в Набережно-Челнинском институте КФУ состоялся круглый стол, посвященный этой проблеме. Сегодняшнее мероприятие, оно приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией. По традиции уже КФУ отличается тем, что Набережно-Челнинский филиал КФУ отличается тем, что ежегодно на протяжении уже, если мне память не изменяет, на протяжении уже 3 лет проводят подобного рода мероприятия. Я считаю, что такие мероприятия, они очень нужны, очень важны, потому что у нас здесь те люди, которые не сегодня-завтра уже выпустятся, уже будут работать. В качестве спикеров на круглом столе выступили помощник мэра города Набережные Челны Рамиль Файсханов, старший помощник прокурора Ленара Глимарданова, заместитель начальника отдела экономической безопасности по противодействию коррупции управления МВД России по городу Набережные Челны Сергей Балабанов, а также доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Набережно-Челнинского института КФУ Гульнас Аглямова. Данное мероприятие фактически показатель того, что учебное заведение принимает меры по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений в рамках своего учебного заведения. Показатель того, что есть определенное взаимодействие между учебным заведением, правоохранительными органами, студентами и преподавателями. На данный момент на базе каждого института Казанского федерального университета функционирует свой антикоррупционный комитет. Эти объединения регулярно проводят работу по формированию антикоррупционной этики и навыков противодействия и противостояния этому явлению в студенческой среде. Маргарита Михайлова, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института КФУ. Универньюз.